у нас сегодня создается мощный штаб, у нас и опыт ветеранов, и у нас энергия и сила молодежи. Сегодня мы существенно укрепили территориальные комиссии. На каждом участке у нас будет сидеть по 3, по 4, где-то по 5 наблюдателей. Сегодня те изменения, которые Центризбирком вносит, они касаются того, что наблюдателей удалять нельзя, там только судебное будет решение. Но в любом случае у нас наблюдатели все будут на участках с, так сказать, видео, с перископами. Это прямая трансляция всех выборов. Тульская область будет экспериментальной площадкой. У нас на каждом участке будет прямая трансляция, которая пойдет в интернет. И вся страна будет видеть, как выполняется указ и значит, установка президента, которую он в своем послании обозначил, о том, что это честные, прозрачные выборы. А самое главное, чтобы в эти выборы поверило население, поверили избиратели. И мы будем максимально стараться, побольше наблюдателей, чтобы действительно выборный процесс был легитимен. И сегодня только мы и больше никто в Тульской области можем это сделать. У нас очень крепкая организация, самодостаточная.